Я 27-летний парень, и у меня альбинизм. Спрашивайте меня обо всем. Привет всем! После моей публикации на Reddit, что у меня фиолетовые глаза, люди хотели узнать больше обо мне и об альбинизме. В основном об альбинизме, я уверен. Я здесь, чтобы ответить на все ваши вопросы. И поскольку мы в интернете, вот доказательства. В старших классах один из моих одноклассников задал этот вопрос учителю, и тот ответил, что понятия не имеет. Итак, какого цвета соски у альбиноса? Они розовые, как у всех. Привет, я 15-летняя девушка из Индии, и у меня тоже альбинизм. Я обычно не сижу на Reddit, но увидев ваш пост, не смогла устоять. Надеюсь, это не грубый вопрос, но какой у вас уровень зрения? У меня нистагм, непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты. Но я могу нормально функционировать в своей повседневной жизни. Кроме того, я хорошо вижу предметы, которые находятся вдалеке. Есть ли какие-то советы, которые вы, как взрослый человек, могли бы дать мне на будущее? В личной жизни, социуме и карьере. В какой стране вы живете? Как воспринимают в обществе? Мне действительно повезло в том, что люди относились ко мне нормально. Все мои учителя и одноклассники очень лояльно относятся к моей внешности и особенностям моего зрения. Но кое-кто из младших детей все еще глазеет и показывает пальцем. Похоже, что вы европеец, так как у меня не такие белые волосы. Мои волосы довольно золотистые. Я не знаю, с кем сравнить, наверное, с кем-то из северных стран. Извините, что так много вопросов, возможно, многие из них уже задавали. Но мне просто очень интересно поговорить с кем-то, у кого такая же проблема. Привет! Я рад, что ты написала. Мое зрение в основном такое же, как и у тебя. Я могу обойтись довольно легко без очков, если мне не нужно читать. А если я хочу что-то внимательно рассмотреть, мне просто нужно подойти ближе. Я действительно не знаю, как обстоят дела в Индии, но здесь, во Франции, мне пришлось учиться тому, как упростить свою жизнь. Например, с помощью специальной программы на телефоне для чтения текстов. Оставайся всегда собой, не позволяя людям доводить себя словами, которые они говорят. Люди часто жестокие и невежественные. То, чего они не могут понять, вызывает у них страх. Когда я рос, меня тоже задирали сверстники и младшие дети, постоянно смотрели на меня и обсуждали за спиной. Тебе просто нужно пережить этот момент, и все будет в порядке. Иногда даже взрослые и воспитанные люди подходят ко мне и спрашивают, почему я такой. В большинстве случаев это искренне, и я просто рассказываю им про свою особенность. Это полезный опыт для нас обоих. Может быть, это хорошо, если у тебя не такие белые волосы, как у меня, от этого ты привлекаешь меньше внимания. Если ты чувствуешь себя хорошо рядом с друзьями, постарайся сохранить эту дружбу как можно дольше. Это один из лучших советов, которые я могу тебе дать. Я думаю, что ответил на все. Если есть еще какие-то вопросы, не стесняйся и пиши мне лично. И мне очень жаль, что я не ответил тебе раньше. Два совершенно незнакомых человека из разных стран с редким заболеванием, которые общаются на третьем неродном языке почти в режиме реального времени с расстоянием между ними более 7000 километров на глазах людей со всех уголков земного шара, это нереально круто. Это было немыслимо даже представить 25 лет назад. Какой самый странный комментарий по поводу своей внешности вы слышали от незнакомца? Парень с противоположной стороны улицы крикнул мне, что деревня Смурфиков находится в другой стороне. Наверняка это из-за моих волос, но, по-моему, это было максимально тупо. Что хорошего в альбинизме? Есть ли что-то, что тебе нравится? Например, белые ресницы. Быть альбиносом не так круто, как кажется, но цвет моих глаз и цвет моих волос мне нравится. Давайте будем откровенными, белые волосы это круто. Кроме этого, у меня супер слух, но это в основном все. Можете ли вы рассказать поподробнее о вашем слухе? Что значит супер? Я сделал несколько обследований у специалиста, и оказалось, что я слышу больший интервал волнового спектра. И в своей повседневной жизни я могу слышать звуки на большом расстоянии от меня. Мои друзья не могут слышать их. Эта способность есть у всех альбиносов? Вы просто слышите немного лучше, чем среднестатистический человек, или реально можете слышать то, что недоступно другим? Попробую объяснить просто. Ваши чувства контролируются определенными участками вашего мозга, и если один из них менее активен, другие будут более развиты. Для меня этим чувством является слух. Я часто слышу звуки на далеком расстоянии от меня, когда выхожу на улицу. Крутая тема, и спасибо, что говорите с нами. Я хочу спросить. Первое, какое самое неприятное последствие вашего состояния? Второе, какие в этом плюсы? Третье, что бы вы хотели, чтобы люди знали об альбиносах? Первое, слабое зрение и чувствительность к свету, солнцу. Я думаю, что альбинизм был бы отличной особенностью, если бы он не сопровождался реальными нарушениями здоровья. Второе, быть незабываемым, выделяться в толпе, наверное. Кроме того, мне кажется, это помогает мне быть более чутким к людям, потому что я понимаю, что под любой внешностью может скрываться совсем другая личность. Третье, пожалуйста, спросите сначала разрешение, прежде чем прикасаться к моим волосам, коже. Это действительно неприятно, когда люди делают так, не спрашивая.
Ты хорошо видишь в темноте? Очень. Я могу адаптироваться к темноте быстрее, чем кто-либо с нормальными глазами, и мне не нужно так много света, как другим людям. Это абсолютно потрясающе! Это как-то связано с твоей физиологией? В основном мои глаза прозрачные, вот почему свет легко проникает. Значит ли это, что они очень чувствительны к солнцу? Как насчет вашей кожи? Вы склонны к солнечным ожогам? Да, глаза и кожа чувствительны к свету, да, и я склонен к солнечным ожогам, но с хорошим солнцезащитным кремом эта проблема отлично решается. Привет! Я видел твой пост о твоих фиолетовых глазах, и это довольно круто. У других членов твоей семьи есть альбинизм или только у тебя? Кроме того, ты знаешь, каков шанс, что твои дети тоже будут альбиносами? Спасибо. Нет, я единственный, и я понятия не имею, могу ли я передать ген своим детям. Насколько я знаю, все типы глаза кожного альбинизма наследуются по аутосомно-рецессивному механизму. То есть вероятность рождения ребенка альбиноса в семье составляет 25%, если у обоих родителей есть одна копия гена с мутацией. Я студент, изучаю генетику. В настоящее время существует достаточно много сообщений о случаях альбинизма с явным отсутствием наследственности. Существует множество генов, которые могут влиять на пигментацию и привести к альбинизму. Один ген не отвечает за альбинизм, но многие типы мутаций или генетических изменений могут привести к альбинизму. Я полагаю, вы один из тех немногих людей, который может позволить себе покрасить волосы в любой цвет. Вы когда-нибудь делали это? Вы придумывали какие-нибудь крутые костюмы для Хэллоуина и так далее? Нет, никогда. Я люблю свой цвет волос. Я живу во Франции, у нас нет такой культуры празднования Хэллоуина, как в США. Как прошло ваше детство? Дети дразнили вас? Было тяжело. Да, я сталкивался с этим каждый день. Очень жаль это слышать. Надеюсь, теперь вам жить намного легче. Ну, в целом, да. Хотя иногда люди боятся и шарахаются от меня. Что бы вы назвали самой сложной частью жизни с альбинизмом? Когда я был моложе, я переживал из-за своей внешности. Я помню, как чувствовал себя удрученным, когда смотрел на фотографии со своими друзьями и понимал, насколько сильно я отличался от своих сверстников. С возрастом я понял, что зрительные нарушения действительно отстой, они ограничивают многие вещи, которые я мог бы сделать. Огорчает неспособность наслаждаться солнцем, и другие люди также иногда раздражают. Кто-нибудь говорил вам, что вы можете быть из рода Таргариенов? Только на Reddit, а в реальной жизни никогда. Альбинизм проявляется только внешними изменениями, или у вас есть какие-либо особенности внутреннего строения? Однажды меня спросили, не белая ли у меня кровь. Нет, у меня обычная кровь, как у всех людей. Ваши глаза могут быстро дергаться из стороны в сторону? У меня есть друг альбинос, который испытывает это. Альбинизм может вызвать многие проблемы со зрением, и нистагм является одной из них. Это непроизвольное дрожание глаз. Также могут возникнуть другие проблемы с глазами, такие как изменение пигмента в радужной оболочке или сетчатке, нарушение зрения и аномальные нервные связи. Когда вы пьете алкоголь, вы розовеете? Я бы сказал, я становлюсь пурпурно-красным. Как ваше состояние влияет на вашу личную и профессиональную жизнь? Ну, моя личная жизнь не существует, но у меня есть друзья и приятели. Вообще, мне нравится быть одному, я думаю, что это побочный эффект от всех оскорблений, которые я получил, когда был моложе. В профессиональном плане у меня много проблем с поиском работы. У меня витилиго, и я обнаружил, что мои белые пятна ужасно горят на солнце, причем очень быстро, даже с самым сильным солнцезащитным кремом. Я могу представить, каково вам. Это ежедневная битва с солнцем, очевидно, в гораздо большем масштабе и в более глубокой степени. Какие методы вы используете? Я понимаю вашу боль. Я стараюсь избегать солнца, и если выхожу из дома в солнечный день, обязательно буду наносить солнцезащитный крем каждый час или около того. Шляпы действительно очень помогают. Это не совсем вопрос, но я вижу, что вы сказали, что у вас нет личной жизни и есть проблемы с работой. Почему это так? Людям просто не нравится, как вы выглядите? Я не знаю, звучит ли это глупо, но человек с альбинизмом выглядит круто и определенно привлек бы мое внимание. Я знаю, что это не просто цвет волос, кожи, и у вас есть некоторые проблемы со зрением, но я думаю, что это довольно интересное визуальное состояние. Мне кажется, это связано с местом, где я живу. Французы не видят ничего дальше собственного носа и плохо относятся ко всему нестандартному, а французские девушки хуже всех. Это лично мое мнение, но я никогда не встречал французскую девушку, которая любила бы парня, который реально отличается от других. Привет, у меня тоже альбинизм. Я чувствую себя немного странно, задавая эти вопросы, но все же вот они. Какой у вас подтип альбинизма? Вы когда-нибудь были на конференции по альбинизму или на встрече альбиносов? Чем вы занимаетесь? Как ваше зрение влияет на работу? Ты водишь? Как альбинизм отражается на ваших отношениях с девушками? У меня есть намного больше вопросов, но я должен остановиться на этом. Ждем ваших ответов. Эй, чувак, а что странного? Я понятия не имею, я даже не знал, что есть разные типы альбинизма. Я никогда не был на встречах. Я все равно не вижу смысла
выросла в этих вещах и даже не могу сказать, бывают ли подобные встречи во Франции. Сейчас я ищу работу дизайнера, я хотел бы заниматься тем, что мне нравится. Кроме того, учитывая мою особенность и мое зрение, работа за компьютером была бы для меня идеальным вариантом. Я умею водить машину, но у меня нет прав, и я не сажусь за руль, потому что это может быть слишком опасно для меня и окружающих. У меня много проблем в общении с противоположным полом. Во Франции я явно вне стандартов красоты. У вас есть татуировки? Я думаю, цветная тату смотрелась бы на белой коже потрясающе. Нет, я не уверен, что делать татуировку хорошая идея, учитывая, какая чувствительная у меня кожа. Какая у тебя обычная одежда для лета? Есть ли какие-либо проблемы со здоровьем, помимо плохого зрения? Футболка, шорты и шляпа. Я просто пользуюсь солнцезащитным кремом и даже иногда хожу на пляж, просто не остаюсь там на весь день. У меня только плохое зрение, но больше ничего страшного, я надеюсь. Загар вообще остается на вашей коже? Вы загораете в солярии или на пляже? Нет, я не могу загореть. Даже оставаясь на солнце целый день, я бы покраснел и сгорел, но не загорел бы. В качестве продолжения, вы когда-нибудь использовали спрей или лосьоны для автозагара? Я не альбинос, но у меня очень светлая кожа. Я живу во Флориде среди загорелых людей и часто использую автозагар. Если вы пробовали автозагар, как это повлияло на вашу кожу? Это выглядело странно, учитывая белый цвет ваших волос? Однажды я взял солнцезащитный крем с истекшим сроком годности. Это было плохо. Я сгорел. Если бы я использовал автозагар, я бы вообще не был защищен от ультрафиолетовых лучей. Я думал, что одним из признаков альбинизма являются розоватые глаза. Ваши глаза явно не розовые, на самом деле они очень красивые. Я ошибаюсь по поводу розового цвета? Мои глаза больше пурпурные, чем розовые. Может и нет, но глаза альбиноса, как правило, скорее красноватые. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.